Имя – Вячеслав Чепурченко. Отчество – Юрьевич. Место рождения – Ростов-на-Дону. Рост – 182 см, вес – 80 кг. Знак зодиака – Лев. Восточный гороскоп – Тигр. Карьера – актер. Успешно дебютировав в табакерке, он сумел закрепиться в основном актерском составе театра и стать звездой экрана после выхода фильмов «Измены» и «Молодая гвардия». Детство и юность. Вячеслав Чепурченко родился в Ростове-на-Дону 29 июля 1987 года. Вскоре семья переехала в маленький город Камышин в Волгоградской области. Там Вячеслав провел детство, учился в школе. Его мама служила в Камышинском драматическом театре. И хотя парень участвовал в местной самодеятельности, мыслей об актерской карьере у него не было. Все изменилось, когда он познакомился со студенткой Саратовской консерватории. Девушка убедила его поступать на театральное отделение. Они поехали в Саратов, чтобы Чепурченко мог показаться мастеру до экзамена. Он посмотрел на Вячеслава, послушал его и велел приехать снова абитуриентом. Вячеслав был благополучно зачислен на курс «Галка и кузина» театрального факультета Саратовской консерватории. Во время учебы он играет Карлоса в «Убегающей от любви» Лопе де Веги, Мерича в «Бедной невесте» Островского и машиниста в «Четыре встречи Нины Саду». Театральные работы молодого человека талантливы и интересны. Фильмы и театр. В 2009 году учеба в консерватории подошла к концу. Ребята театрального факультета играли выпускные спектакли. В комиссии сидел народный артист РФ, актер театра и кино «Авангард» Николаевич Леонтьев. Он специально приехал из Москвы, чтобы не только оценить мастерство выпускников, но и выбрать лучших для работы в театре Олега Табакова. Эта встреча с мастером сцены во многом определила дальнейшую биографию Вячеслава. Леонтьев выбрал пятерых. Они поехали на просмотр, где решающий голос уже принадлежал знаменитому худруку. Театральные отрывки для просмотра Чепурченко готовил с самим Сергеем Безруковым. Кстати, на форумах, где собираются поклонники Вячеслава, его актерскую манеру часто сравнивают с игрой Безрукова. Молодой актер высокого роста и спортивного телосложения, рост Вячеслава 182 см, вес 80 кг. Понравился Табакову и остался в штате театра. В репертуаре актера значатся роли в спектаклях «Волки» и «Овцы» по Александру Островскому. «Год, когда я не родился» по пьесе Виктора «Розово гнездо глухаря», «Безымянная звезда» по Михаилу Себастьяну. Помимо работы в театре, актер оказался успешен и в кино. Его фильмография насчитывает десятки работ в фильмах и сериалах. Актер начинал с эпизодических ролей в проектах «Пятницкий», «Мосгаз», в спортивном фильме «Легенда номер 17». В 2013 году Чепурченко впервые появился в образе главного героя. Он сыграл в мистическом триллере «Моими глазами» персонажа Лёшу Казанцева. Вскоре артист воплотил на экране роль второго плана в мелодраме «Прощание», где на первом плане блистали Алена Бабенко, Сергей Юшкевич, Владимир Виноградов. Среди работ Вячеслава – роль поручика Эркеля в экранизации «Бесы», образ адвоката в детективе «Прощай, любимая». В 2015 году Чепурченко появился в рейтинговом проекте «Эти глаза напротив», исполнив роль главного героя повествования Валерия Ободзинского в «Молодости». Вячеслав видит большую разницу между работой в театре и кино и признается, что последнее не из легких. Если в театре у актера перед спектаклем есть масса времени, чтобы вжиться в роль, то в кино нужно выдавать результат здесь и сейчас, то есть выйти на площадку и показать сразу готовый образ. Впрочем, у Чепурченко все прекрасно получается. Вячеслав рассказывает, как на съемках «Молодой гвардии» был момент, когда герой бежит босиком по снегу. И если для зрителя сцена длится 3 секунды, то на деле актер провел босиком на морозе целый день. Из последних проектов можно выделить сериал с Еленой Ледовой «Измены» режиссера Вадима Перельмана. Вячеслав Чепурченко играет роль одного из любовников главной героини. Сам он признается, что после выхода сериала в эфир стал более узнаваемым на улицах. В фильме сыграли также Кирилл Кяра, Глафира Тарханова, Евгений Стычкин, Михаил Трухин, Денис Шведов, Павел Майков. В
2016 году Вячеслав появился в актерском ансамбле детективного сериала «Анна детектив». Личная жизнь. О личной жизни актер предпочитает говорить только в контексте сыгранных ролей. Так в интервью он рассказывает, что герой сериала «Измены» совсем ему не близок. Потребительское отношение к женщинам – это не про Вячеслава. В молодые годы он уже успел пройти через несколько расставаний, которые переживал тяжело. В 2011 году актер встретил вторую половинку. Его избранницей стала Виктория Ильина, лингвист по профессии. С девушкой Вячеслав познакомился случайно в метро. С тех пор молодые люди не расстаются. В 2017 году Виктория стала женой Чепурченко. Свадьба прошла весело, в актерской компании. День торжества совпал с 30-летним юбилеем жениха. После бракосочетания молодожены отправились на морское побережье. Пока в семье нет детей, но о продолжении рода актер и его супруга уже задумываются. Вячеслав часто приезжает в Камышин, который считает домом. Впрочем, и в Москве ему комфортно. Просто в Камышине живут все его родные. У Чепурченко насыщенный рабочий график, скучать некогда. Завтракать не успевает, да и не любит, предпочитая по утрам кофе. Обязательно делает зарядку, выходит на пробежку. Отдыхает он за просмотром сериалов, нравится «Лост», «Друзья» и «Настоящий детектив», много читает. Несмотря на возрастающую популярность, Вячеслав не пользуется Инстаграмом, поэтому персональные фото актера остаются сугубо для семейного пользования. В сети, как правило, размещаются рабочие снимки артиста и кадры для фотосессий. Вячеслав Чепурченко сейчас. Сейчас артист продолжает появляться в громких премьерах. В 2017 году Вячеслав воплотил главный образ в триллере «Невеста». Вместе с молодой женой персонаж Чепурченко приезжает в родной городок, где начинают происходить странные вещи. Родственники Вани собираются провести собственный обряд женитьбы, который молодой жене Насте Виктория Агалакова вовсе не кажется безобидным. Также Чепурченко появился в мелодрамах «Дожить до любви», «Счастье из осколков», «Плохая дочь» и криминальном боевике «Спящий». В 2018 году Вячеслав снялся в детективном сериале «Гурзуф» и картине о послевоенном времени «Неопалимая Купина». Помимо этого, участие актера заявлено в 7 проектах, премьеры которых состоятся в ближайшем будущем. Среди них фильмы «Другая кровь», «Жуки», «Райский уголок», «Трейдер». Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч!